Привет, дорогие мои друзья! Видео много времени у вас не займет, здесь мы всего лишь с вами сравним цены на распродажу. Будем сравнивать цены GearBest, а также AliExpress. Куда нам без него? И для примера здесь давайте возьмем смартфон Xiaomi Mi 6 стоимостью 23 300. Перейдем на AliExpress и вставим название сюда, выберем категорию мобильные телефоны. Значит, смотрим. Первое это у нас не Xiaomi Mi 6, второе 26 тысяч, третье 25 тысяч, далее 31 тысяч. Так, это не то, пропускаем. 26 тысяч, не то, пропускаем. 25 тысяч, 30 тысяч, 24 тысячи. И эти цены на AliExpress вступят в силу только 11 числа. GearBest Mi 6 можно купить дешевле уже сейчас. Впрочем, как и большинство товаров, которые я вам здесь показываю. Для следующего примера сравним цену на камеру. Здесь за нее просят 1118 рублей. Перейдем на AliExpress, вставляем в поисковик название и видим, что цена на AliExpress на эту камеру у всех продавцов почти в два раза больше. Не буду сравнивать цены на все товары, чтобы не тратить ваше время, вы сможете самостоятельно это сделать по ссылке на страницу акции, я вам ее оставлю в описании. Я лишь выборочно сравню из нескольких категорий. Следующие категории сетевые устройства. Ну вот, к примеру, давайте возьмем этот роутер. Таким я пользуюсь на сегодняшний день. От обычного он отличается пропускной способностью канала, то есть одновременно к нему можно подключить много устройств, и они все будут быстро работать. Вставляем его в AliExpress и видим на него, опять же, более высокую цену, чем предлагает GearBest уже сейчас. Но учтите, что в GearBest количество этих предложений очень сильно ограничено, то есть здесь нужно успевать. Во всех своих видео я оставляю вам купоны, так как у меня есть доступ к файлу с купонами. Эти купоны разлетаются практически моментально, поэтому на будущее, когда я делаю для вас видео, обязательно пользуйтесь купонами и проверяйте цены. В большинстве случаев они являются самыми дешевыми в интернете. Следующий Xiaomi товар это робот-пылесос. Если у вас нету продукции этой фирмы, то знакомство с ней я рекомендую начать именно с него, потому что эта вещь не оставит вас равнодушной и сильно удивит. Практически у всех моих знакомых уже есть, а у кого нет, хотят приобрести. Здесь доступна к покупке уже новая версия, ее бы я рассматривать вам пока не рекомендовал, потому что ценник уж более неадекватный на нее. А вот старую версию робота очень рекомендую рассмотреть. Здесь он стоит в среднем 18 тысяч рублей, а на GearBest за него просят 16 800. Это рекордно низкая цена, которую я когда-либо видел. Поэтому успевайте, повторюсь, предложение ограничено. Старая версия робота от новой отличается возможностью мыть пол. Но по-любому новая версия не сделает это так хорошо, как это сделает электрополотер от Xiaomi, который я уже временем проверил и не знаю ни одного устройства, способного с ним конкурировать. Поэтому запомните, если товары для уборки помещения, то только Xiaomi. Следующий товар, который рекомендую рассмотреть к покупке, это светильник Xiaomi с возможностью регулировки яркости, а также цветовой температуры. Работает устройство по Wi-Fi и входит в состав системы умного дома. Цена на него в GearBest рекордно низкая. Для примера, вот цены на AliExpress, которые даже в период распродажи отличаются в большую сторону. Так можно долго сравнивать, не хочу тратить этим ваше время. Информацию для размышления, которую хотел дать, я вам дал. А пользоваться ей или нет, решайте сами. На этом у меня все. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это так, поднимайте пальцы вверх. Желаю вам удачной распродажи, добра, позитива. С вами был Александр. Пока-пока.